Domnilor ofițeri, onorată asistență, excelenților, domnilor ambasadori, pentru mine este o onoare astăzi, din mâinile celor care au luptat pentru patria noastră, pentru Moldova, să primesc această distincție. Я хочу вам сказать большое спасибо за эту оценку. Дорогие товарищи, дорогие коллеги, дорогие друзья, мы вместе живем очень непростое время. Очень непростое. Но когда я вижу такую команду, такую силу, я уверен, что победа будет за нами. Дорогие приятели, я хочу вас поздравить с сарбатуарой, по которой здесь, в Республике Молдова, не уйдет у ними. 23 февраля, о сарбатуаре, которая в типу советики была очень важна для всех, și pentru copiii de la grădiniță, tot erau felicitați atunci. Și pentru militari, deja de mai bine de două decenii, aici, în Republica Moldova, oficial nu se sărbătorește. Dar, negativ la aceasta, ieri, marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova se felicitau unul pe altul. Aceasta înseamnă că tradiția trăiește. Aceasta înseamnă că noi cu toții împreună avem cu ce ne mândri. Eu mă bucur că în acest an noi celebrăm 100 de ani în această sală. În acest an care în Republica Moldova este anul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, domnitor al Moldovei. Noi suntem urmașii lui Ștefan și trebuie să ne mândrim cu aceasta. Dar pentru aceasta trebuie să fim la fel de înțelepți și curajoși ca Ștefan cel Mare. Deoarece pericole și provocări nu sunt mai puține ca la mijlocul secolului XV. Sunt alți dușmani. Sunt alte provocări. Dar conținutul este același. Atentat asupra statalității Republicii Moldova. Господа офицеры, товарищи офицеры, как никогда нужна ваша мудрость и ваш опыт. Да, мы мирные люди, есть хорошая песня. Мы мирные люди, но наш бронепоезд, и это должны все понять, мы не хотим ни с кем воевать. Мы нейтральная страна, мы хотим дружить со всеми. Но когда вопрос стоит о том, быть или не быть, сохранить или нет нашу государственность, мы все должны быть как едины. И я очень надеюсь на вашу помощь. Я очень надеюсь на то, что вы станете рядом со мной, если, не дай Бог, нужна будет такая необходимость. Да, во времена Стефана Великого больше орудовали мечом. Прошло более 500 лет. Сейчас больше мы орудуем дипломатии. Я даже не знаю, что тяжелее, мечом или дипломатия. И я не хочу, чтобы мы вернулись к временам, когда нам нужны были другие методы. Я делаю все возможное для того, чтобы мы сохранили спокойствие. Но когда мы будем вместе рядом, те, которые думают о других сценариях, они очень серьезно задумываются. Поэтому, когда в этом зале сотни, а я знаю, что в Молдове тысячи, десятки тысяч офицеров, настоящих офицеров, у которых есть опыт, который является примером для молодого поколения, это делает и меня сильнее, и это дает хорошие шансы для будущего нашей страны. Год будет непростым. Мы обязаны быть вместе. В этом году впервые президент Республики Молдова
не бывший в должности, пройдет с вами со всеми в колонии бессмертным Богом 9 мая. Потому что все эти 26 лет президент в должности обычно ждал мемориал. В этом году я вам обещаю, что я буду вместе с вами во главе колонны 9 мая, единой колонной, без партийных семей, без ничего. Идем вместе. Будут и другие важные события в этом году. Но я уверен, что все трудности, все опасности, все провокации мы пройдем вместе с вами. Я хочу вас поздравить с праздником, пожелать здоровья вам, оптимизма, очень важно, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне. Потому что без этого оптимизма те, которые рядом, молодежь, они тоже начнут опускать руки, когда они будут смотреть на своего дедушку, своего отца, который говорит: ребята, все будет хорошо, у Молдовы есть будущее. Тогда вы подтянете и молодое поколение. А я вам обещаю в качестве президента быть рядом с вами, не опускать руки. Я обещаю, что я не сдамся, несмотря ни на что. Еще раз с праздником, дорогие друзья. Спасибо большое.